Всем привет, мои хорошие! Не собиралась сегодня снимать вообще видео, но дочка меня выдернула из дома. Говорит, поехали вместе в Хоф. О, вон и Денечка. Вот, посмотрим там посуду, там еще стулья какие-то. В общем, что-то хочет посмотреть, ну, чтобы я там ей тоже что-то подсказала, посоветовала. Вот, так что едем туда. Сейчас дочка выскочила с машины ненадолго, сейчас придет. И тоже с вами поздоровается. Ну что, вот она, моя дочечка, приехала. Пришла, вернее, выходила она там по делам. Ну да. Ну, поздоровайся с моими подписчиками. Привет всем, кошечки, крошечки, красавицы. Все, мы едем в Хоф, девочки. За кастрюлями. Девочки, едем по Нахичеване. Будь здоров. Едем по узким улочкам Нахичеване. Вот такие вот узкие улочки. Это линия там какая-то линия там, 28-я линия. Линия Мерзкая. Да, вот Стюхряево пересечение. Что это за вот высокая такая вот? Что? Шпала. Я боюсь, ты же сказала, у тебя низкая тачка. Блин. А вон, смотри, яма справа какая. Я вижу. Ну, у меня машина, она не предназначена по рельсам ездить, понимаешь? Ой. Ужасная дорога, ужасная, ненавижу такие дороги. Да, тебе надо было другой дорогой как-то выехать. Я не знаю, по навигатору. Если бы ты знала, подсказала. Ну, если ты мне сказала, куда ехать, я бы тебе, может, подсказала бы. Хотя тут по Нахичеване тут где-то одностороннее есть движение, где-то вправо, где-то влево, тут надо еще знать, поэтому вот. А сейчас мы выехали, я уже знаю, где мы находимся. Здесь я тоже. Отсвечивает. Я даже не вижу, что я снимаю. Тут, девочки, парк Островского мы сейчас проезжаем, но его мы не увидим. Увидим только деревья, значит, я его показывать не буду. Это мы едем 14-я линия. Тут надо будет нам где-то поворачивать на Текучево. Ну, на Текучево снимать нечего, да, улица. Нет, там вначале нечего, потом... Промышленная какая-то. Не, она вначале как бы узкая, промышленная, а потом мы выезжаем уже на широкую дорогу. Ну, там, где будет широкая, там и все. Авто. Вот. 5 минут. 5 минут. Да. Смотрите, напротив экспресс-мойка. Это мы сейчас на заправочку заехали. Там автоматическая мойка машины. Машина стоит, ее там обдувает. Кайфово. Я на мойке самообслуживания мыла свою машину. А вот на такой прикольно, не выходя с машины. Раз-раз, заехал, помылся. И быстрее там все это происходит. Классно. Та-да-дам, на заправочке такие купила. Камушки из детства. Тут отсвечивает, так ничего не видно. Отсвечивает. Вот так. Попробовать. Да? Видите? Попробовать. Сейчас Деньки открою. Да я сама хочу попробовать. Это что за... Оп. Это что за... Камушки. Это попробовать. Да, зайчика, сейчас тебе дам попробую. Ну дай мне одну. Я попробую здесь. Она, я попробую. Камушки. О, это что? Нет, ничего попробую. Себе. Двойная какая-то. О, какая интересная. На, солнышко. Ручки готовь. Вот. Интересно. Ну, ручки держи. Мама камушки дает. Вкусно, да? Какой-то шоколадный вкус. Шоколадной глазури. Фруктовый. Не, камушки из детства я люблю. Это были такие изюм глазури, да. Надо найти, я тоже люблю такие. Кстати, стоило тогда вообще 14 копеек килограмм, прикинь. Еще я взяла, я просто голодная, мама успела поесть, а я чуть не стала есть. Но я поделюсь с вами. Я вообще садилась кушать, когда ты мне звякнула и сказала, что я не голодная, я поела. Я поела отбивные с картошечкой. Так что
не голодная. Я просто думаю, чтобы сейчас не тратить время на то, чтобы там зайти поесть, хотя там рядом есть блин Цезарь. Бананчик еще взяла я на перекус. Если кто захочет, там из вас. Ой, Деня, прям. Слушай, ну эти камушки с изюмом я очень любила. Прям такие они. Да. Изюм вот этот вот. Это, кстати, были самые дешевые конфетки. Вот. Да. Ну, по-моему, самые, одни из самых дешевых. Они не единственные, еще другие были какие-то. Но эти мне прям нравились. Или 14 копеек стоило 100 грамм. Я не помню. Я помню, что-то 14 копеек вообще дешево. Вот мы выезжаем уже где пошире дорога, да? Заправились, едем дальше. А это площадь Химиков, да, по-моему. Вот это как раз Театральный проспект сюда упирается. Нам прямо, да? Нам прямо ехать, да. Смотрите, девочки, мы едем по Нагибино, и мы сейчас как спускаемся вниз, а там потом будем подниматься вверх. Ну, даже вот, да, вот за машиной сейчас, к сожалению, не видно. Да, не поднимай ничего. Вот так вот сейчас свысока. Смотрите, я поздно включила камеру. Вон, видишь, поезд идет по железной дороге, навесная. Камушки. Камушки? Ты же камушки ему дала. Не все, то он их слопает. А ты, слушай, интересно так на пригорке, на горе, да, как будто дом такой большой стоит. Ага. Я раньше не видела этого. А его, видимо, построили. Ну да. Свеженький. Я с этой стороны тоже не часто езжу. Я обычно по Ленина езжу туда. А с площадь Гагарина, кстати, мы сейчас проехали. И я что-то не это. Не сняла. Ну все, девочки, не увидите площадь. Не увидите площадь Гагарина. Мы столько потеряли, мама. Обязательно площадь Гагарина сними. Там такая площадь великолепная. Ну ладно, не давай, не ерничай. Всем площадям площадь. Слушай, ну красиво смотрится, да, прям так на горе такие высокие здания. Невероятно. Прикольненько. Прикольненько. А я говорю, прикольненько. Невероятный вид вообще. Так, ну тут пробочка, я смотрю. Но обычно тут в это время всегда пробочка. Люди с работы едут. Поболтать. Вот девочки Рио. Сделала маму Рио. Блогером. А Макс. Поболтать. Сделала маму блогером. Говорила. Хоп, мама увидела что-то красивое. Ай-яй-яй, надо поговорить снять. Теперь не с кем. Потеряла теперь маму. Теперь все. Она вся в блоге. Нет, ну я же смотри, я чуть-чуть сняла, вот несколько секунд. Хоп, выключила, едем дальше. Давай, болтаем. Рассказывай дальше, как я убралась дома. Идем в хоф. Не знаю, вроде бы она у меня должна быть. Ты наличник взяла? Намордник? Вроде бы взяла, но если не взяла, сейчас найдем. Нет, намордник это для собак, наличник. Наличник? Так, девочки, мы приехали в хоф, в горизонт. На лицо. Идем. Вот он, магазин Горизонт. Так, идем дальше. Пойдем. Пойдем. Мы с Тамарой ходим парой. Да? Так, Дэнни увидел свой любимый автомат. Как же ж без конфета. Еще раз. Вот гады. Бежали раньше на 4, а он... Набери. Ну, много сладкого кушать вредно. Покажи, бабушка. Да,
Тише, тише. Вот она радость. Взяли небольшой перекус, девочки. Сейчас быстренько перекусим. Я-то не голодная, я запеканочку поем. А дочь тут что-то такое взяла. Ты что взяла? Есть картошка, у вас сейчас деньги тоже. Деньги. Да, давайте мне запеканочку мою. Я люблю запеканочку. Садись, пожалуйста, картошка. Зашли мы, девочки, в горизонт, чуть-чуть перекусили, и сейчас идем в хоф. Когда люди не голодные, они уже не спешат, не дергаются, не психуют, не нервничают, да? Вот, спокойно выбирают, уже голова работает. Потому что в голове нет уже мыслей о еде, там, о туалете или еще чем-то. Вот. А, вы за машинкой, да? Так. Машину решили взять. Ну, правильно. Тут такие кафешечки небольшие. Массажное кресло, девочки. Классно, да? Массажи будет посидеть, поделать. А теперь будем спокойно походить, да. Походить, говорю, будем спокойно. Я же как не русская разговариваю. Все, Дыня тоже там сел. Конфета в руке и рулит, да? Посмотрим сейчас, как без мультиков он будет. Обычно я с мультиками ему беру. Когда ему надоедает уже ездить, он хоть мультики смотрит. Ну, все разряжено, к сожалению. Так, ну давай, ты знаешь, куда идти, да? Ой, это что такое? Аквариум, что ли, такой? Там вода внутри. Интересно, я думала, это аквариум. Так, мы идем в хоф. О, какой большой телевизор. Так, барные стулья. Ну, видишь, вот это кожа? Да, это как-то вот... Это вот для... Здесь у них был серый, вот на сайте представлен серый. А вон серый, то не такой? Он тканевый. Так, ладно, посмотрим. А вот такой, смотри. На одной ножке, а спинка мягкая, жесткая. Вот они, барные стульчики разные всякие. Ох, какой большой магазин, огромнейший, сколько тут всего. Не хочет дочка обычный стол кухонный, я ей говорила, давай возьмем на ножках. Нет, она хочет высокий стол, высокие стулья. Ну, в общем, она знает, чего она хочет, пусть что хочет, то и выбирает. Стол, наверное, на заказ, а стулья можно купить. Так, идем дальше. Надо еще посуду ж посмотреть. Вот дошли мы до посуды. Сейчас посмотрим, что за посуда. Ой, там тарелок, целая куча всяких разных.
Нужны кастрюли. Так, посмотрим сейчас. Вот здесь идет набор. Вот такая. Графинчики. Я увидела люстры, девочки, как всегда. Красивые, красивые, разные такие вот люстрочки. Посуда. Смотрим посуду, девочки. Смотрим посуду. Большой классный магазин. Вообще я сюда, по-моему, даже и не заходила ни разу. Мне так кажется. Смотрите, девочки, какие большие бокалы. А вот это вообще какой огромный. Да? Декоративные такие, красивые. Вот как раз декорации лежат внутри. Ракушечки можно положить. Вообще вот это можно за аквариум, да? Можно как аквариум маленьких рыбок туда запустить. Смотрите, какие пуфики. Но этот не функциональный. А вот с ящиком пуфики есть. Вот с ящиком, конечно, классно. Ну вот разные есть цвета. Есть вот такие круглые, но тоже они внутри без ящика. Квадратные. С крышкой, без крышки. О, это с крышкой. Ну, тоже вот прикольненько. Так, что тут еще есть? Вот такие лавочки. Ну, это большая нам такая лавочка. Так, что еще у нас тут хорошего? Вот корзинок целая куча, разные, но нам корзинки не нужны. Вот это тоже, кстати говоря, какие-то такие вот комоды, не комоды. Ну тоже как пуфики, только внутри крышка открывается, можно поставить. Так, ладно, что тут еще? Декорации всякие разные. О, как симпатичненько, да? Вазочки. Смотрите, какие девочки красивые, высокие вазы. Вот, классные вазы вообще. Тяжелые. А есть вот такие цветы, разные цвета. Вот где, кому нужны большие вазы, девочки, в Хоф. Огромные напольные вазы есть. Симпатичная, но она не маленькая, не короткая. Ну, я две, вот у меня одна такая, вот такая. Смотрите, какие вазочки. Ну, это вот маленькие, там цветочек, одну розочку подарили, вот поставить, один цветочек сюда войдет. А вот эти вазочки для цветов с короткими ножками. Я не знаю, какие цветы у нас бывают с короткими ножками. Вроде все с длинными, да? Ой, девочки, картины какие красивые. Смотрите, котик, цветочки. Ой, красота. Что тут за покрытие? Такое, декорация интересная. Много картин тут всяких для дома, зеркала всякие разные. Вообще красиво. Рамки. Так, что у нас тут? Пока, поехали, поехали. Тут коврики всякие разные, диванчики. Дэнни, не садись скорее, машинку сейчас отдам. Потом. Такие гостиные комнаты. Машинку. Симпатичные столики, да? Такие кресла. Ничего себе, какое широкое. А? Классно. Вот угловые диванчики. И не угловые тоже. Много всяких диванчиков. Вообще классно, прикольно посмотреть. Здесь много чего интересного можно. Ну, это лучше, конечно, как-то без ребенка может смотреть. Дочку отпущу одну. С Дэнни, когда буду сидеть дома. О, какая красивая матрешечка. Ой, она как будто из лего сделана.
Классно. Такая вот большая. Надо с ней сфоткаться. Я так думаю. А, здесь вот она, Лего рядом. Вот почему. Вот почему. Все ясно. Вот такую селфи, девочки. С такой вот большой матрешечкой. Мы тут проходим по какой-то аллеечке. Я смотрю, тут такие разные интересные есть растения. Живые. Вот это вот не настоящие, это лампочки. Красивая аллеечка. Все, вышли. Всем доброе утро, мои хорошие. Я вчера прибежала домой, и у меня тут куча сразу навалилась дел, неотложных, срочных. И я, в общем, допоздна вчера сидела, занималась своими делами, даже не могла зайти сюда к вам и сказать спокойной ночи. Вот, поэтому дотянула это все дело до утра. В общем, сняла. Я не знаю, что я там сняла. Сегодня буду монтировать это видео. Что мне удалось там снять в хов, по дороге и так далее. Надеюсь, что там будет вам что-нибудь интересное, полезное посмотреть. Дочка купила кастрюли новые. Она вам покажет на своем канале эти кастрюли. Посмотрели мы там стулья, присмотрели, какие нам нравятся. Насчет пуфика еще думаем, потому что там нужно, чтобы он по размеру и по цвету подошел. И что еще мы смотрели? И еще новую сковородку дочка хочет купить, но она купит ее позже. Там бонусы у нас уже есть, чтобы скидочка была хорошая. Ну, посмотрели тоже, какие там сковородочки есть. Ну, в общем, такая вот прогулочка в хов у нас получилась. Я, по крайней мере, вот в этот хов, в большой такой, я, по-моему, первый раз зашла. До этого, мне кажется, я там не была. Ну, да, не была. Может быть, где-то с краешку заходили мы, там, где кровать или что-то мы смотрели. Дальше я уже не проходила. Для меня тоже было новым зайти, в общем, в этот магазин. Огромнейший магазин хов, много чего интересного там можно увидеть. И, в общем-то, мы с удовольствием посмотрели. Но так как мы с ребенком были, тележка с ребенком. В общем, не очень было удобно это все снимать. Но что получилось, то получилось. Ну, а сейчас, девочки, я хочу завершить это видео, чтобы скорее вам смонтировать его, чтобы оно не было слишком длинным. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Смотрите дальше, что у нас будет, что мы будем дальше снимать. Много интересного нас впереди ждет, много покупочек интересных. Ну и на этом все. Пока-пока!